Друзья, всем привет, как алкаш сегодня сел. Возле гаражей моих там все пооткрыто, места все заняты. Как пахнуть дорого мужчине и женщине на миллион? Вообще есть один простой рецепт. Возьмете перекись водорода, подмышки помажете, ну таким тампоном, спонжиком, ну ноги перекисью, на чистую кожу, и все, пот любой пройдет. А потом уже только дезодорантом после душа. Ходил в Озон, вот такое вот мыло. Получается оливки, мандарин, вот Нести Данти итальянская, кстати, 250 грамм большой кусок. Купил я два куска, поэтому если это мыло можно использовать в шкаф, чтобы пахло, и можно еще за место геля для душа. Такое вот офигенское. Пахнет через упаковку. Помело тут что-то, фрукты, короче, смесь. Его, кстати, везде можно, не обязательно в Озоне. Да, в Озоне просто цена 500 рублей. Его можно в Ривгош, в Золотом Яблоке, в любом магазине. Смотрите, где выгоднее, дешевле. Вот чай такой вот, пиала, только пью, с лимоном. 7,6 рублей купил, две пачки. А на Валберес я его за 150 раньше покупал. Ну, казахстанский, все вкусные продукты. В общем, берешь кусок мыла за 500 рублей дорогого, перекись водорода, все обработал. Сейчас лето, люди некоторые ходят, сейчас на почте стоял, потом воняет. Вот такой Versace пробничек. Пурхом 30 миллиметров. Я, кстати, сейчас Ривгош скидку укажу. 1000 рублей на него скидка. Он стоил 3900, благодаря скидке он стоит 2900. Это вообще за 2000, оригинал это копейки, я считаю. Поэтому можно покупать духи, грубо говоря, ручки маленькие, но оригинал. Не покупайте ни паль, ни реплики. Лучше пусть оригинал будет, но маленький флакончик, чтобы запах был более такой реалистичный, настоящий. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, поддержите это видео.